Мы с вами знаем, что народ не может быть виноват. Понимаете? Это аксиома. Народ не для того существует, чтобы устраивать политические изменения. Это дело политиков, это дело политических организаций. Народ же может рукоплескать удачному, дружелюбному к народу режиму. Он может заблуждаться дико, да, и выбирать какого-нибудь Адольфа себе главой государства, канцлером. Народ, к сожалению, его нельзя порицать, иначе не на чем будет основываться. Да? В свое время власть считалась освященной Господом, да, и императоры были наместники Господа. Это, потом это понятие ушло, и сувереном оказался народ со времен Французской революции. Другого нет. Много разговоров идет о том, что вот русский народ, он не заслуживает, он еще не дорос и так далее, и так далее. У меня другая точка зрения. Да? Я считаю, что русский народ, русский в широком смысле, да, вот, как культурный этнос, да, русский народ прошел колоссальный путь к свободе. И вот этот результат был, по сути, зафиксирован в 90-е годы. И я вот хочу сказать, что с моей точки зрения путь к свободе, он состоит из двух этапов. Да? Может, их больше, но вот я классифицирую как два этапа. Первый этап – это осознание того, что быть независимым, свободным, брать на себя ответственность за жизнь свою, за жизнь своих семей, лучше, чем зависеть от начальника. Неважно, кто это начальник. Царь, генеральный секретарь, президент. Вот это ощущение овладело десятками миллионов людей за очень короткое время в период правления Ельцина. На самом деле, необходимо было преодолеть второй этап. А суть второго этапа – это осознание того, что за эту свободу нужно бороться каждый божий день. И поэтому так легко российский народ откатил назад, когда Путин сказал «цыц!» Путин, вот такой Путин, сказал «цыц!» И они развернулись назад. Да? То есть они не были готовы к тому, чтобы каждый день отстаивать свое право, данное, дарованное Господом Богом на свободу. Это право ты получаешь от рождения. У тебя никто не имеет права его отобрать. И закрыть вот так замок, да, вот этой двери, которая называется Россия, больше нельзя. И что самое главное, нельзя больше запретить человеку наблюдать то, что происходит в окружающем его мире. Интернет прорвал все границы, и не только интернет. И, безусловно, вот такая система не имеет больше возможности так долго существовать, как она существовала раньше. И поэтому народ нельзя, мы не можем, согласно тому, что мы сегодня имеем, вот всем этим моральным принципам, мы не можем его обвинять. Секретарь обкома, какой-нибудь босс местного масштаба, да? Но вот это вот осознание, что быть свободным, независимым, лучше, чем быть подконтрольным, обязанным кому-то, да? И вот это действительно, это свобода не только внутренней, духовной, но и свобода перемещаться, свобода ездить куда хочешь. Не нужно проходить никакие комиссии ЦК, секретариата ЦК для и характеристика о благонадежности для того, чтобы поехать в Болгарию. Да? Вот этот этап, он был зафиксирован в сознании миллионов людей. При этом я хочу сказать, что вообще, вот, безусловно, Россия проходила революцию, вторую революцию вот за 20 век. Вот в эти годы, и, безусловно, вот это было совершенно созревшее, да? Люди хотели
вот этой новой жизни. И она, кстати, вот эта зрелость отражалась и в песнях того времени. Особенно, может быть, главным выразителем был Цой, который вот сказал свою знаменитую фразу. Вот я много раз по этому поводу цитирую Гёте, который сказал: «И только тот достоин счастья и свободы, кто каждый день за них идет на бой». Вот я живу в Великобритании и вижу, что народ каждый день идет на бой за свою свободу, отстаивая свои права перед властью. Потому что любая власть, неважно какая она, демократическая или авторитарная, она всегда стремится расширить свои функции. Посмотрите, что произошло в Соединенных Штатах после 11 сентября 2001 года. Как быстро администрация Буша настояла на том, что нужно и прослушивать больше, и контролировать больше, и так далее, и так далее. И, безусловно, они просто, как любая власть, она стремится к расширению своих функций. Да? И народ, только народ, может либо ее остановить, либо дать ей сделать следующий шаг в узурпации власти. Да? Вот. А народ ничего, да, вот ничего. Вот этот Путин ему сказал циц, и они развели. Поэтому я считаю, что Россия проходит сложнейший путь. И тем не менее, часть пути уже пройдена. Иосиф Виссарионович, знаете, я, безусловно, дьявол, да, но нельзя отнять от него то, что он понимал очень хорошо, по крайней мере, смысл авторитарной системы. Авторитарная система. Он понимал, что авторитарная система не может быть на 99,9%. Она может быть только на 100. На все 100. А вот если есть там, то, что после запятой не равно нулю, да, то это уже предвестник краха авторитарной системы. И сегодня совершенно очевидно построить второй образец, так сказать, по образу и подобию невозможно. Совершенно другое мир, в совершенно другом мире мы живем, люди ездят за границу, никто их не остановит сегодня в России, как бы, хотя уже какие-то там ограничения вводятся. И к тому же и время дико сжато, именно опять-таки за скорость распространения информации. Поэтому все исторические процессы сегодня происходят в совершенно другой скорости. Безусловно, народ заслуживает то правительство, которое у него есть, это факт. Но, понимаете, есть на самом деле история недавняя, которую невозможно вычеркнуть, да? Я очень хорошо помню, вот очень действительно. Я помню, как Ельцин, когда ему первый раз представили Путина, он сказал: ну так ничего, но только маленький очень для России. Но тебе приходится за него. Появляются такие люди, которые хотят отобрать, и ты должен за это сражаться.